Всем привет, с вами Карина, и вы на канале Art Matita. Сегодня мы с вами научимся рисовать простейший 3D рисунок. Ну что ж, поехали! Для этого я взяла черный маркер. Начинаем с прорисовки рук. Лучше действовать по центру. Между руками оставить небольшое расстояние и к низу на уменьшение их вывести. Две ручки рядом идущие. По одной линии примерно. Далее добавляем носик такой и округлую голову. Добавляем глазки, реснички, открытый такой рот, прорисовываем язычок и добавляем прическу. Вот такую челочку, ушко сбоку. И вниз падающие волосы. Потом прорисовываем воланчики платьишка. И платьишко вниз идущее. Таким треугольником. Ножки, которые идут вниз. Рядом друг с другом. И балетки. Теперь мы девочку разукрасим. Начну с волос, быстренько их покрою. Платьишко покрою розовым, чтобы был эффект теней. По второму кругу пройдусь, по нижней части. Кожу прорисую более бледным оттенком розового. Также аккуратненько слегка прокрашу лицо. Ротик закрасим тоже черненьким. Теперь мы с вами должны перевернуть листик и нарисовать ручки. Мы слегка сгибаем наш листик на уровне, где ручки. Ставим точечки, чтобы примерно понимать, где будут у нас пальчики. Теперь с обратной стороны прорисовываем пальцы. Просто вот такие вот прямые 4 штучки. Одна ручка и вторая ручка. Теперь мы это все переворачиваем вновь. И соединяем. И вот девушка у нас падает. Вот такой замечательный 3D рисунок у нас с вами вышел. Ставьте лайки, если вам понравилось. И подписывайтесь на наш канал. С вами была Карина. До новых встреч!